Лошадь – мужчина. Мужчина-лошадь достаточно красноречив и честно говорит о том, что думает. С самого юного возраста привык принимать радикальные решения и совершать достаточно смелые поступки. Он старается придерживаться образа джентльмена, а его внешность всегда безупречна. Несмотря на это, мужчина-лошадь имеет мятежный дух, стремящийся вырваться наружу. Поэтому периодически требует разгрузки в виде экстрима или посещения какого-то мероприятия, связанного с риском. Близкие люди прекрасно знают, что сдержанность и уравновешенность на самом деле обманчивы. Представитель сильного пола, рожденный год лошади, любит физический труд на природе и активный отдых. Спорт может стать не только его большим увлечением, но и делом всей жизни. Спокойствие воспринимается мужчиной и лошадью, как скука, поэтому его тянет на приключения. В работе такие люди отличаются последовательностью и расчетливостью. Плести интриги действует обманным путем. Мужчина-лошадь не привык, так как ему не позволяет совесть. В сферах, где требуется использовать хитрость и вести двойные дела, он трудиться не сможет. Коллеги считают такого человека надежным. Он не дает напрасных обещаний, а слова совпадают с его действиями. На мужчину-лошадь можно положиться, хотя о сопереживании он рассуждает довольно редко. Представительниц прекрасного пола привлекает в нем сочетание робости и силы. Он, в свою очередь, отдает предпочтение ухоженным дамам с выразительной внешностью. Мужчина-лошадь без ума от стройной фигуры и длинных волос избранницы. Является однолюбом и может долго испытывать чувства к одной женщине, даже если их отношения не сложились. Довольно постоянен в собственных привязанностях, поэтому его брак зачастую крепкий. Измена для него не является нормой жизни.